апреля 2015. Как жить? Двигаться вперед. Все те проблемы, которые стоят на моем пути. Как сделать свою жизнь, построить ее, продолжить ее, когда она начинается так плохо? Зачем? 26 октября 2019. Даже если она продолжает немного пить, я начинаю верить, что у меня нет будущего, как ему папа. Мне нечего посмотреть, куда ты мама задумала. Апреля 2015.